Ребят, всем привет! Покажу вам сегодняшний наш стартовый набор. Мы делаем шашлычки с нашими американскими соседями. Не знаю, если они захотят сниматься на камеру или нет. Надеюсь, что будут не против. У меня вот такой переносной мангальчик мини. Вот тут папа принес. Я, кстати, до приезда в Америку нигде ни у кого не видела раньше таких. А здесь встретили мы знакомых, у кого... А, у Вадима папы вот мы вот этот конкретно взяли. То есть вот здесь зажигается огонек, а сюда складываем шашлычок, чтобы он не остывал, пока мы кушаем. Вот тут в нижнюю, по-моему, воду надо наливать. Вадим вам потом покажет, как и что. А еще я не видела вот таких вещей. Ну, это... Так, не это. Ну, вот это, понятно, это поджигать, да? А вот саму вот эту штучку, что в ней разжигают угли и потом засыпают их в мангал уже. То есть разводят угли не в мангале, а вот в таких вот специальных емкостях. Вот у нас шашлычок, который будет, конечно же, под коньячок. По всем традициям. Запах чудесный. А коньячок у нас вот в таком самоварчике. Все как в настоящем. Здесь поворачиваем. Здесь вот рюмочки. Это я привезла Вадиму с родины, когда 3 года назад там была. И наливается коньячок сюда. Что-то он крышку недозакрыл. Красивый очень. Мне понравился. Память на всю жизнь. Берегу, как зеницу ока. То есть здесь, конечно, таких навряд ли я найду. Кстати, в Америке очень часто продают брикетами такие угли. Но у них не такой приятный запах, когда горят. Потому что они пропитаны этим, ну, жидкостью, это бензином, керосином. Такая маленькая, ее хватит? Хватит. На дно папа постелил вот эту фольгу, потому что часто падает и пачкает конкрет. В том доме у нас даже лопнул конкрет, помнится. В Америке вообще не так много праздников, когда выходные. Наверное, по пальцам можно пересчитать. Ну вот Memorial Day — это все-таки один из них. И мы решили позвать соседей. Ничего особенного мы не планируем, просто пожарить шашлык, пообщаться. Они очень приятные люди. Надеюсь, вас с ними познакомлю. Вон там соседи собрали такой бассейн временный. Вон те на бассейне отдыхают, тоже у них гости. Музыка играет. Все празднуют. А вот папа несет эту штучку, в которую вода наливается, чтобы шашлык горел. То есть здесь вода, а сверху вот сюда кладет шашлык, а снизу там поджигается. Там газ или что, я не знаю. Пипец, как горит. На улице жарко. Так 35 градусов сейчас. А здесь еще горячей. 6 вечера, блин.
Как сочно и смачно, папа. А то. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, йо-йо-йо. Какой чудесный день, трудиться мне не лень, со мной мои друзья и песенка моя. Друзья, но с тобой только они через забор все еще почему-то. Ну, наверное, да. Okay. Hi guys. Hi guys. I bought some snacks. Thank you. Yes. Thank you. Hola. Hi. Hi everybody. Thank you. Hello. Come on. Come on, man. Yeah, oh, yeah. Hi. Bit. Маска what? Маска Мьюз. Это как переводится? What does he have the cocktail? Московские. Yeah. Ginger beer, lime. Как их называем? Ну, Мьюз — это смесь лошади со слов. Давай. Салют. Салют. За здоровье. Привет. Да, да. Ну давай, ну, мне давай. Мясо горит. Подожди. Ну, хоть. Это не такой, it's not a shot. It's just a, it's a mixed drink. Ну, москвичи такой пить не будут. Это слишком слабый. Так, пока ребята там продолжают готовить и общаются, я положила салатик, маринованный лук, куда без этого. Это папина уже готовая стоит, потому что каждый из нас со своим напитком на улице мы сидим. Вот, видите, они пришли вот с такими напитками, принесли крекер, сыр и колбаска. И вот в таких вот стаканах они принесли свои напитки. Поэтому я им не ставлю бокалы, они из них не пьют. Underground, you cannot put up. Seriously? О! Я надеюсь, вам было слышно, где-то там говорит попугай. Кто-то там отвечает. А это как супер. Попугай? Говорит в ответ. Свистит. Нифига себе. Yeah, cross the pond down. Вау. Wow. Like, who is that? And the root. Слышите, он до сих пор свистит. Like, there's wild parrots in Puerto Rico. She was like, that's a parrot. I was like, really? She was, oh yeah, we have them in the mountains of Puerto Rico. Like, that's where they live. And they, that's what they do. They just mimic everything. Свистит, но мы разговариваем. Посвистни еще раз. О, вот. Вот так это наливается. А, теперь я поняла. Ты открываешь крышечку, чтобы вакуума не было. Вакуума не было. No, you're doing your channel. I love it. Yeah, you do it. Смотрится, right, не? Okay. Cheers. Cheers, everybody. Cheers. Very nice. Yeah. It actually has healing properties too. It's good for your blood pressure and all that. What is your earrings? Really? It spends your Huh? Your earrings. Took them out. Oh. Why? I got the job. I got to dress like professional. За здоровье. За здоровье? For health. For health? To our health. 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 Yes. Cheers. And glad to see you. Oh, yeah. Wait. Grab that. Oh. You got to have that. You got to have that. Here you go. Because it's kind of a follow. It's kind of like taking a shot of tequila, salt, and lime. Okay. За здоровье. Say it again. За здоровье. 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 That's to our health. So. All the U.S. Sword celebrated that because there were people from all over these satellite countries that comprise the USSR. Right. Everybody participated in the war, drafted and everything, participated right. in that war from all these satellite countries. Stop it. No. We're enjoying it. Let's see if I don't choke this time. Listen. I want to raise this shot to, because there's an occasion why, well, we got together, of course. But today is the day of remembrance of right. those who gave their life
So we can live the way we live. Well, yes, respect, you know, respect their memory and respect their sacrifice and never forget and never take it for granted to them. We don't cheer. Yeah, it's just hold. В Америке тоже есть такая традиция? Я хочу. О, окей. Все говорят, что они наелись. А по-нашему, по-российски, у нас пустой стол просто получился. Я ничего не готовила. Is it really? Oh, yeah. Oh, there would be stuff everywhere? Yeah. Нет, я хочу сама приготовить борщ. Готовь сама борщ. Мне какая разница. А что ты меня снимаешь? Hello? Окей. Okay. I will record. Hi, everyone. Hola. Hi, everybody. You see people. Yes. American people more kind than Vadim. Because American people came in here and they endured this for a little bit and they go home. I endured all the time. I have to lock my bathroom door when I go use it. Yes. Видите, они настолько добрые, что он готов повторить мне это. My father, whose parents, no, his grandparents lived on a German colony in Russia. My father knows these things, and he would love to try borscht soup because he loves the beets and the cabbage and the beef. He would love for you to make him some of that soup. It would remind him of being a kid. Yep. Mm-hmm. That would be amazing. И он попросил позвать, когда я буду готовить борщ, он попросил, чтобы мы пригласили его папу, чтобы он это попробовал, потому что его папе это очень нравится. All this is seven women. This is one. There's one here. There's one here. Here, 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 here. Голые женщины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это вот пятки вот этих сидящих за спиной. Как зубы, это пятки их. Вот здесь одна лежит, две стоят, одна сверху, одна здесь, одна здесь, одна здесь. В общем, вот это... А это сзади головы, это их задницы. Это он последнюю татуировку сделал такую. This is a corny. Corny? Like, you know, a corny tattoo? This is corn on my knee. Corny. Ну, это кукуруза. Corny. Corn? On the knee. Corny, corny, corny. Глупое. Corny, глупость. Это corny, это глупое. Игра слов. Корн, кукуруза и ниф, это колено. Глупость. По глупости сделал, короче. Да, да. Это... А corny слово, оно не пишется одинаково, но corny произносится. Magoodness. Look at the one on my butt. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. You don't have nice? Oh, thank you. Thank bye, guys. Right. Oh. Adios. Bye. Adios. Bye. Bye. Bye, Russia. Пока. 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 Hasta la próxima. See. Have a great night.